А Господь их совсем замазал, они не нужны ему. Вот так по-человечески, где-нибудь так лечил врачи, скажите. Даже зараза сплошная. Сегодня бы иначе как шарлатанством не назвали. Ну можно было без грязи, без этой. Вот это идет грязи, может быть дорогой спрашивали, а что? Да это Иисус сказал мне сделать. Вот это лекарь. Замазал грязью совсем. Вот мы и говорим, для чего это все Господь сделал? Все для того, чтобы явлены были дела Божии. Для славы Божией. Кто виноват в том, что люди не научены сегодня? Виноваты сами, что они не ищут Библию? Или виноваты впереди монахи прошли, что не учили? А мы ответим, для славы Божией. Нам поприще огромное открылось. Люди не знают, мы с нуля начинаем. Мы не по засеянному идем. Мы не в чужую каноническую территорию входим. Это пустырь. Огромный пустырь. Но почему мы так бедно живем? Кто виноват? Родители наши, прадеды, которые революцию сделали? Или сами разучились работать пьянством? Для славы Божией. Когда мы здесь работаем на этом фоне, нас сразу заметно. Вот у нас работали верующие. Вот это работает. Настоящие работники. И есть на ком милостыню показать. Мы на пустыне работаем. Где бы что ты ни увидел, беда какая, ответ один, для славы Божией. С нуля. По милости Божией, мне Господь дал в свое время понятие, что крещение неправильно. А кто виноват? Да виноват еще от Никона. Да еще намного раньше было, 1666 год. А сейчас свое купили. А ведь сейчас, смотрите, за Библию это стали братья епископы, а не умело так. Придет время, я вам расскажу, что на соборе было. Я сейчас, да привет за батюшка, не хочу говорить, батюшки. Они уже начали брать Библию, цитировать, глава стих указывать. Ну вот как маленькие ребятишки, верхушечки берут, а внутрь проникнуть не могут. Потому что занимались мастерками, лопатами, кирпичами, цементом. Навыка работать с Библией никакого. А для чего? Для славы Божией, чтобы мы начали над ними трудиться. Для славы Божией. Господь допустил, а за остальное они ответят. И вот этот слепой никому не нужен был. Никто с ним не разговаривал. Христос с ним не разговаривал, и он никому не нужен. Господь заговорил, глаза открыл, теперь на нас говорят, а тот сектант, а у нас такая живет соседка, она какую-то секту ходит и называет нас. Где? Вот теперь мы стали нужны. Сразу нас. Почему? Глаза прозрели. Я не знаю, грешный или нет, да вы не слушаете, это человек еретик, который преподает, он раскольник, он баптист. Я в свой адрес это слушал, меня отлучали даже не один раз, и объявляли в церкви, вышел священник, вот говорит, из епархии письмо пришло, кто будет с ним знаться, со мной, все будут отлучены, потому что он баптист, всю молодежь и вел баптистом. Я когда читаю это, говорю, заранее договорились отлучать от синагоги, кто его признает, я это все испытал. Когда в жизни ты будешь трудиться на поприще Господнем, тебе Слово Божие сделается живое действие, но он все время будет касаться тебя и скажет, а вот это со мной было, а для чего? Для славы Божией. А теперь те, которые меня гнали, они полностью все потеряли. А которые меня отлученного посещали, их дети верующие, и внуки верующие. А у тех запились, они какие стали. Дело показало, для чего? Для славы Божией. Евангелия не было, где я появлялся, не было русского Евангелия. Знаете, как это здорово. Говорит, нет, у тебя одно Евангелие, и ты с ним явился. Свет осиял людей. И обязательно найдутся люди, которые подойдут к тебе. Вот мы в 67-м году, должно быть, приехали сюда. И выйдя из Покровского собора, я стал говорить о Боге. Сразу же подошли несколько бабушек. Стали приглашать к себе. Другие ополчились с первого раза. Прошло 30 почти лет. Так и осталось на том месте. Которые друзья, они так друзьями остались. Отбор произошел мгновенно, потому что в людях уже это было готово. И они говорят, проповедовала женщина, говорит, знаете, мне, нам показалось, что это Богородица к нам пришла. Слово Божие живое заслучало. Другие побежали каяться к священникам, а мы приходили, слушали, вы правильно сделали, что ушли. Все, погибли. Дети все пьяницы выросли, наркоманы. В семьях священников дети такие негодные. А которые слушали, сами, смотришь на них, как-то свет пал, даже на детей и на внуков. Итак, они говорят, воздай славу Богу, что мы узнали, что человек тот грешный.
Смотрите, какие хорошие слова. Приучает людей Бога благодарить. Оказывается, эти академисты, они много знают. А то патриархийные сегодня на нас. А мы знаем, они раскольники. Сегодня они этого сказать уже нас не могут. Они другую найдут причину. С сегодняшнего, я думаю, дня они будут нас называть из-за Библии. Главное поношение из-за Библии. Какие мы счастливые. За Слово Божие. В прямом смысле. Что православные гнали за Слово Божие, я ни одного человека сегодня не могу назвать в стране. Мы первые опять идем. Мы пионеры в этом деле. А почему? Для славы Божией. Нам Господь открыл глаза. Я знаю, был слеп, а теперь вижу, так и отвечаю. Я не ходила на занятия, ничего не знала, теперь Бог мне открыл. Я не читала Евангелия, я теперь читаю. Благословен Господь, давший переводчиков на русский язык перевели. Благословен Господь, что у нас больше полслужбы идет на русском языке. Это для славы Божией. Нас будут поносить, бить. А как и выгонят, и ты в грехах родился, и ты ли нас учишь. Они же академию окончили. У нас тут приезжал зимой один священник. Я академию кончил, а ты меня учишь. Ну, прям как все похоже. Ты весь во грехах родился. А он говорит, я не видел, а теперь вижу. Вот это я только одно знаю. Я ничего больше сказать не могу. Если бы я не зашел тогда в сектантский дом в Латвии, я бы этого не знал. А если бы я этого не знал, то, может быть, и вы кто-то тоже бы не узнали. А для чего это было? Для славы Божией. Для славы Божией Господь позволил мне их язык немножко знать, зайти на их языке послушать. Ну и все, дальше дорожка такая пошла. Все для славы Божией. Посмотрим по Слову Божию, где это и где дело Божие. Во Второзаконии, 1 глава, 17 стих. Написано, не различайте лиц на суде, ибо суд – дело Божие. Это не в каждом деле дело Божие. Хорошим юристом быть – это надо быть очень смелым человеком, судьею. Это дело Божие – рассудить. А ты не можешь где-то в суде быть дома. Ссорятся двое – правильно разобраться, а кто прав? Никогда не высказывайте мнение, пока не выслушайте обе стороны. Я постоянно работаю в лагере детском, и вот первый подойдет, самый, который виноват, он первый начинает быстро говорить, жалуется, я первый расскажу, меня тогда не накажут. А ведь у нас это точно такая же история. В другой раз приходит на исповедь, не грехи исповедать, а пожаловаться на кого-то. А Господь выявит все. Псалмопевец Давид 63:10 и говорит так. Поразит себя языком человек. И возвестят, что это дело Божие. Когда? Когда увидит, что без Бога начатое дело рухнуло. И Господь так допустил, что без Бога революция кончилась неудачей. Перестройка кончилась неудачей. Потому что без Бога начиналось. Почему? А это дело Божие. Чтобы люди пришли к краху и сказали, без тебя ничего не можем. Твори, что ты хочешь. Мы это поняли. Мы не участвуем в перестройках ни в чем. А только славим Бога. Каждая эпоха времени представляет новые возможности свидетельствовать о Господе. Вот я думаю, если бы я, ну не уверовал, ну был бы я капитаном дальнего плавания, но может даже в министерстве где-то, хотя это очень сомнительно, без связи там не пройдешь. Ну и все, сейчас бы был на пенсии, ждал от внуков, говорит, писем. Кто бы знал-то? А сейчас где бы ни было, на любой конференции вышел со Словом Божьим, Евангелия. Я был слеп, я не знал. Я прямо говорю о Христе. И вас-то кто бы знал? И вы каждый свидетельствуете, что я была ничего не знающая. Училась, работала. Вот дети выросли, а я о Боге не свидетельствовала. А Господь послал меня на источник, на святое крещение, к святому Слову Божию. Коснулся благодатью Духа Святого, отверз мои очи. И я теперь им свидетельствую, этим учителям, правителям. Они нас будут гнать. Ну, это естественно. У них заговор против верующих. Деяния 14:26. Когда помолились об апостолах и предали их благодати Божией на дело, на которое они были посланы. Это дело Божие. Я объясняю, что такое дело Божие. Чтобы на нем, на слепом, явились дела Божии. Ну, прочитали дела Божии. Какие? Вот мы разбираем, какие именно дела Божии. Посланы были на дело Божие. Еще одно дело нашли. Опять свидетельство проповедь. В течение года я ни одной проповеди не могу сказать, где бы не было сказано о проповеди Слова Божьего. Как это можно было не видеть? Они были посланы на дело Божие. Это прямо к сегодняшней теме. И предоставлены благодати. Исход 32:16. Скрижали было делом Божиим.
и письмена, начертаны на скрижали, были Словом Божиим. Господь перстом своим написал. Это дело Божие. Библия — это дело Божие. Спрятать — не дело Божие. Перевели ее — это дело Божие. Напечатали — это дело Божие. Что такое дело Божие? Ты скажи, это Христос и Библия. Везде отвечай, никогда не ошибешься. А что такое Христос? Знать Христа, примириться, жить для Него. А Библия? Библия — это читать ее и исполнять святые заповеди с радостью. И заповеди Его не тяжкие. Есть такая книга Тавит. 12.6. Доброе дело благовествовать и проповедовать о делах Божьих. Что с вами Бог сотворил, как вел. Вот вы все дали свидетельство в 15-м томе «Открытым оком». Это дело Божие. Вы засвидетельствовали, как к Богу пришли. Другие люди считают, мне звонят с других республик. Знаете, как это интересно. А у меня похожее было. Это дело Божие сделал Господь. Чтобы прославлять Его в делах, как Он нас хранил, особенно старое поколение столько перетерпело. Давид 12.7. О делах Божиих объявлять похвально. Их нужно знать. Что есть, чего не достиг, прости Господи. И восхвалять нужно Бога за то, что Он допустил, что пережили. Давид 12.22. И стали они рассказывать о великих и чудных делах Божиих. У нас есть о чем рассказать? А посмотрите, что нас окружает, какое чудо вокруг. Вот многие занимаетесь дачами. Не переставайте удивляться. Отец один, желая сыну, говорит, показать, как велик Бог и что все от Бога. Он дал ему грядочку, а рядом вторую. А ну он же букву умел читать. И он написал Ване, а и в бороздки посадил эти семена, посеял какие-то. И вот когда стало сходить, он подошел и увидел, и сразу к отцу бежать. Там чудо! На грядке мое имя выросло. Но отец ему не сказал, что он заложил в бороздки эти семена. Но для ребенка это свидетельство. Он говорит, Господь так сделал. Бороздки-то я сделал, посеял-то, а возрастил Господь. Вы смотрите, дивитесь, даже по старости не теряйте чувства удивлением. Всему удивляйтесь, как восходит заря, как поют птицы, как они летают. Любому насекомому удивляйтесь, это дело Божие. Бог такими чудесами окружил человека, такую прекрасную землю дал. Сколько ее не травят, не могут никак уничтожить. И дымом, и газом, и отходами, а земля все еще живет. И самоочищение происходит. Книга Иов 37.14. Разумею чудные дела Божие. В наказаниях, в казнях, когда считаешь о том, те, кто царя расстреливал, гонители первые, все, как они страшно погибли, были репрессированы, чудные дела Божии. Вот считаешь, сын Сталина, ведь куда выше-то, и как он арестован, и потом сидит в тюрьме, как погибает, как дочь мыкается по всему свету, не знает, куда примкнуть. Чудные дела Божии. Все чудо! Псалом 18.2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Мы говорим о делах Божиих. Это все, что нас окружает вверху и внизу, это дела Божии. Вот возьми одно маленькое перышко голубиное, валяется во дворе. И вот так проведи, она разойдется. А потом опять проведи, опять сошлось. А там зацепочки, вот как бывает, липучка такие. Нет. Только на одном перышке 75 тысяч крючков зацепочек. На одном перышке. Ну кто же это так все сделал? Да ты посмотри вокруг, ну начни удивляться. Сумрачные стоят. А что интересного здесь? Все интересно. Все чудно и все делом Божьим является. Екклесиаст 7.13. Смотри на действия Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Я-то отнес к объединению к нашему. Если Господь допустил эту кривизну, ее никто уже не выправит. Никак. Но в этой кривизне мы будем работать с помощью Божией. Мы не знаем подробности этого соединения, но отзвуки оттуда идут. Что много молились, это положительно. Каждый день начинался с литургии. А дальше дела Божии будут явлены или нет, и что воспоследствует, мы не знаем. Мы просим, Господи, слепых очень много, Ты дал нам Слово Божие. Мы пойдем туда,
мы будем посылать их на купальные селам, чтобы получили троекратное полное погружение, чего у них нет. Они слепые в патриархии. Господь им замазал сегодня глаза грязью, они ничего не видят, смешались с мирской властью. А может, нас Господь и посылает для того, чтобы показать, где это купальные селам. У нас-то это есть, у нас есть Слово Божие. Надо просто довериться, мы пока не знаем. Екклесиаст 8:17. «Тогда я увидел все дела Божии, и человек не может постигнуть дел Божиих». То есть частичку такой Бог приоткрыл маленько, и мы это познаем. Дела Божии дивные, чудные, и каждый в своей области ученый исследует и говорит, мы чуть-чуть приоткрыли завесу. Как Исаак Ньютон говорил, одной рукой записывай, что Бог дает, а другой держись за ризу Христа. Это Он дал законы тяготения. Законы сохранения энергии, превращения одного вещества в другое. Это все Он. К Римлянам 14:20. Ради пищи не разрушай дело Божие. То есть не настаивай на своем. Дело Божие, когда люди обращаются, и надо смотреть. Бывает человек слабый. Не спорь там два перста слагать, три. Это никакого значения не имеет. Дело Божие любить Христа. Дело Божие быть в единении с Детям Божиим. Это самое главное. Вы за единение? Да. На единение во Христе. Мы против объединения с нечестием, иначе мы погибнем. Пока нас это никак не касается, мы только рассуждаем. И последние книги Откровения 15:3 говорит так. И поистине воспевает, говорит, дивны дела твои, Господи. Значит, и в вечности будут люди удивляться делам Божиим, как из всех народов собрал воедино. И мы знаем о себе, что мы грешим, а ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И как Он нас очищает через покаяние, через причащение и приводит в вечную жизнь. И там в вечности человек осознавать все начнет. Там какие-то курсы будут. Бог будет доводить нас до нужной кондиции, и мы увидим чудные дела Твои, Господи. Аминь.